2012 году исполняется 100 лет освящения церкви сошествия Святого Духа. Во время строительства станции метро Ломоносовская это здание было снесено. Сейчас храм решено восстановить, и, возможно, уже очень скоро он появится на этом месте снова. 4 июня в выставочном зале Императорского фарфорового завода состоялась презентация проекта по возрождению церкви сошествия Святого Духа. К сожалению, от старого храма остался только фундамент, но даже на нем рассчитывается возвести новое сооружение. Под руководством Геннадия Соколова был выполнен архитектурный проект здания в традиционном русском стиле. Большое внимание будет уделено и внутреннему убранству церкви. Церковь для архитектора – это новое объект, на котором максимально возможно как-то реализовать свои творческие воззрения. Раньше на месте станции метро Ломоносовская было кладбище. Восстановить церковь нужно еще и для того, чтобы увековечить память об этом захоронении. В настоящее время на Императорском фарфоровом заводе мастера работают над изготовлением оригинального фарфорового иконостаса. В Комитете по градостроительству и архитектуре согласован первый этап разработки проекта планировки территории. Если все получится, к строительству приступят следующим летом.